кого там, коляска, может быть. Народ, привет! Вот мы уже выезжаем с нашего отеля, сейчас будем показывать наш путь в Перемышль и путь в Киев. И Наташа тут пытается свести наши чемоданы, но как мы поняли, этот пандус поставили для коляски, то есть сюда чемодан не влазит. Сейчас Наташа и пандус везет, и чемодан, и колясочку. Прощайте со своими. Да. Мы его могли вообще в аэропорту так кинуть, что вообще. Наташа молодец, ставила ячочек. А вот еще сколько у нас вещей. И это все, мы пойдем пешим ходом по парку Планты и до вокзала Краковолны. Идем. Друзья мои, дошли до парка, скажем так, тяжеловато, хотя шли, ну идти минуту где-то оттуда, шли минут 5. Сейчас идем на вокзал, поезд у нас в 11:58, я видео, думаю, уже выложила, как добраться. Вот очень многие спрашивают, как добраться из Кракова в Киев. Ну вот, смотрите видео, ставьте лайчочки, обязательно будьте с нами, нам будет приятно. О, нам еще такая вот длинная дорога прямо-прямо до вокзала Краков-Головни. Ну вот, смотрите, народ, берем и едем. Я еще молю Бога, чтобы колесики не подлетали, а то мы так спускали по ступенькам. Мы? Я. Наташа, да, спасибо, Наташа. Наташа даже ручку не вытаскивает, потому что он уже такой большой и набитый, что она его повернуть не может. Мне кажется, там килограмм 40, нет? 40 килограмм? Да все может быть. Вот так, по парку еще минут 10-15 нам идти. Что, народ, добрались, потные такие, сильно просто, футболки можно выкручивать. Где-то минут за 25 мы дошли. Смотрите, вот здесь очень удобно расписание поездов. Пока другой едет в Шемишель на 10:45, у нас 11:58 с 4-й платформы. Сейчас покажу, как вообще мы спускались. Просто не показывала, потому что невозможно вести 3 вещи. Нужна еще 3-4 рука, вот оттуда вот. Просто мы спустились. С этими чемоданами. Чемоданы нас подталкивали, мы спускались. Все, зашли сюда. Здесь тоже большое табло. Ага, вот уже на 11:42 показывают. То есть еще где-то 5 минут, и мы узнаем платформу, чтобы хотя бы подняться, уже сесть. Еще хочется выйти бутербродов купить. Вот Наташа что-то подсказывает нашим ребятам, которые ищут пункт беженцам. Вон они с животными. Здесь тоже есть пункты. О, солидарно с Украиной. Спасибо, Польша. Так, что-то они стоят там, рассказывают. Скажу вам так, что туалеты платные. Прикиньте, я спустилась вниз, туалет стоит 3,50 злотых. Это очень много. И странно, как бы, если у тебя есть билет, наверное, ты мог бы им бесплатно воспользоваться, но это Европа, и многие уже говорят, что в Европе там большинство денег тратят на туалет. А в моле он стоит 2 кроны. Что вот такая разница, можете пойти в мол, который находится, ну прямо можно выйти из вокзала, Краковская галерея, мы его покажем, еще и шопинг там покажем, и можете воспользоваться здесь за 3,50. Ребята стоят с Наташей, просто, наверное, за жизнь разговаривают. Вот, а мы все ждем, и вот уже 11:17, ну непонятно, потому что вот там на большом табло в 11:42 уже какой-то поезд идет. Просто очень хочется выйти. Я думаю, что будет первый перрон, почему-то мне так кажется, не знаю. И поставить вещи, пойти еще купить какие-то бутерброды, да. И уже сходить в туалет и как-то ждать поезда. Вот багаж, конечно, это жесть просто. Мой где-то уже, наверное, 25 весит, краковская колбаска. А вот, наверное, Наташа уже 30-ку где-то весит. О, Наташа сейчас расскажет, что... Наташа, что там... Ребята из Харькова, говорят, трындец. Ребята из Харькова, трындец? Да, трындец в Харькове, в Киеве были, говорят, в Киеве хорошо. У них такие собака, знаешь, смотрит, кот спокойный. Уже, а это котик был в этой? Котик был, это, да, да. Ну, чуть-чуть рассказала, потому что я не знаю, что мы видели. Ну да, там нужно подняться, мы, по-моему, я не помню, по-моему, этот пункт показывали. Видео, когда искали Краковский вокзал. Опять-таки, надеюсь, я уже видел. Замученные люди, видно, что... Совсем, да, страшно. Животные замученные. Ну хорошо, что выбрались.
хорошо, что есть. Вот видишь, вот тут вот я смотрю какой-то. Да, тут очень много пунктов, очень много помогает. Я самая большая помощь, я читала в Пшемышле, куда мы едем. Да? Там просто людей просто подхватывают волонтеры. Вот этот отзыв, что я читала 6 дней назад, написан. Просто с Киева подхватывают, давайте куда вам, куда, что вам нужно поесть, попить, туалет бесплатный, типа вот такое. Да, ну молодцы, ребята. Так, народ, устали мы ждать, забрались на первую платформу. Просто здесь можно присесть, хотя бы посидим, отдохнем. Я пойду пока в мол, посещу все, что надо. А вон, кстати, вход, по-моему, я уже вижу туда вход. Ага. С лифта можно попасть туда. Куплю бутербродов еще в дорогу и схожу в туалет. А? Паркинг. Паркинг. Тут мне нужно в паркинге пешком пройтись. Ну, сейчас попробуем. Наташу оставляю еще сейчас до отъезда. Сейчас до отъезда. И нам еще, возможно, придется перебираться на другую платформу. И опять все в туалет идут, короче, чтобы вы понимали, славненько. Вот такая очередь. Не знаю даже, сколько постоять. Минут 10. Ну что, народ, очередь была большая, и я стояла ее аж 4 минуты. Неплохо так. Очень большой туалет, красивые розовые кабинки. И, в принципе, да, кстати, не в принципе, а он бесплатный. Сейчас иду покупать бутерброды и уже бегу за Наташей, чтобы она тоже успела посетить это прекрасное место. Итак, запоминаем, с вокзала выходим, Карифор справа, видим знак туалета влево, идем, стоим, очередь очень быстро, туалет бесплатный. Сейчас, кстати, покажу вам бутерброды, вот, краковской выпечки. Хочу купить какие-то вот такие бутерброды. Не, не вот такие, а вот такие в дорогу. Вот. Думаю, будет вкусно. По 10.90 и 9.90 есть. А, кстати, смотрите, мы на платформе 3. Тут две платформы. А на одном пойдет в Любляны, а на одном у нас Шемышль уже показывается. Просто нужно смотреть. Вон четвертая, там тоже два оказывается. О, Наташа даже в туалет не захотела идти. Что это плохо. Мы попадали и в дождь, и в ветер. Поэтому, ну, такая погода. Кстати, вот эти вот все сектора, нам непонятно, что это значит, где стать. У нас вагон 13-й, спросили у людей, они тоже не знают. Так что просто ждем. О, вот он, ура! 11-й, ага, значит, наш где-то рядом. Народ, сейчас покажу, как мы отсюда улазили. Точнее, уже не покажу, это была жесть, конечно. Спасибо людям, нам помогали. Ну, заходишь, такая штучка здесь, нажимать надо. Вот, наш вагон. Кстати, где наши чемоданы? Вон мой внизу. Наташа еле его зашвырнула. Вот Наташин стоит. Все, в вагоне очень душно. Вот, время, через 20 минут поедем. Душно дико. Все, вот наши места. И вот Наташа уже сидит. Все, закинули. Душно очень, скажи. Душно так, что вообще... Идем в туалет, где он находится возле выхода. Все, просто заходим. Люди смеются, что я обзорочку делаю. Ну вот, все в принципе как в поезде, как в обычном поезде. А это я, привет. Так, время поесть, распаковка бутерброда. Вот что я взяла. За 8 я взяла в Карифоре. За 8 злотых тут есть сыр, ветчина, огурец, помидоры, такой прикольный хлеб цельнозерновой. Ну, сейчас попробуем. Обзор? Да, бутерброда будет обзор сейчас. Так, бутерброд выбирала я. Вот. А есть буду я? Да. Давай. Так, а что тут? Шинка? Я уж показала, да? Сырок, тут, да? Сырок, шинка, даже капуста или салат, огуречек, помидорчик. Ну, тогда, кстати, он недорого стоил, всего лишь 8 он стоил. Все бутерброды по
9-10, а эти вот, ну, ничем потусторонним не пахнут. То есть, ну, свежий, все нормально, да? Очень вкусный, свежий, да, хлебчик? Ну, очень вкусный. Вкусно. Ну, отлично. Соус такой, да? Угу. Ну, сюда не надо. Ну, соус мог быть просто, потому что майонез он был, я не взяла. Да? Но он такой свежий реально. Все, Наташа уже доела. Смотрите, как удобно. Возле каждого места есть мусорка. Мы еще долго думали, как ее открыть, а просто руками. Ногами, в общем, не открывается. И розетка есть. Розетка, подзарядочка есть, все. Все отлично. Зарядки такие, как у нас в Украине. Вот, друзья, и доехали ровно 14.58. Все вышли. Шемерсель главный. Шемерсель главный. Все, сейчас идем за народом. Будем искать, как же нам перейти, чтобы попасть на украинские поезда. Да, народ, чтобы вы понимали, сгрузить чемодан отсюда, это была целая проблема просто. Наташа спустила, я обхватила, присела и поставила, потому что было, ну, очень тяжело. То есть рассчитывайте. Народ, возвращаюсь, чтобы показать. Нам женщина помогла просто спустить, вон она, спустить чемоданы, потому что по колее мы просто убились бы. Значит, нам нужно перейти на пятый путь, нужно выйти и зайти. Вот здесь все надписи, вся допомога, мужчина тоже помогал. Вот Наташа уже ждет. То есть нужно прямо выходить из последнего пятого перрона в Украину. Идут поезда, да. Смотрите, народ, просто вон еле поднялись. И как раз нам люди тоже помогали. Вот, как уедет поезд на Запорожье, будут пускать на Киев. И вот туда нам нужно идти. Вот, смотрите, вышли с перехода, и вот уже начинается такой вот путь к поездам. И, конечно же, будет досмотр, как в аэропорту, как писали люди, потому что это за граница, нужно паспорт приготовить, проверят багаж, видимо. Но сейчас там люди отходят, отправляются в Запорожье, а наш попозже. Сейчас 15.08, наш поезд в 6.39. Так что нам попозже как-то. Вот народ стоим, тут пункт. Дают водичку, дают что-то покушать. Наташа пошла посмотреть. И там еще вот очередь только начинается, большая. Но должен уйти поезд в Запорожье и в Днепр. Потом только будут пускать в Киев. Что там очень много людей, где-то людей 150, наверное. Не знаю, что там дают. Может, соки какие-то, водичку хотелось бы попить. Посмотрим, короче. Наташа, что-то взяла, персики и водичку, ну вообще супер, нектарины, отлично. Бананы там, ну, были, классно. Для деток сок, кофе. Все. Можно, сахар. Не, кофе не хочу, водичку взяла, это очень и важно, что-то самое еще главное. Роблю, такие с сыром какие-то. Все, спасибо, классно. Вот, стали мы в теньке под деревом со своим багажом, и вот стоит много-много народу. Это в Днепр, да, Наташа, в Днепр? В Днепр или в Запорожье. В Запорожье на 16. Сейчас 15.24. То есть они еще не зашли. Им еще ничего не проверили. Ни багаж, ни документы. А вот только из Запорожья приехал поезд. Вот. Только выходят из Запорожья. Поэтому, ну... Поэтому или после этого мы пойдем, или сказали, еще будет, по-моему, куда-то на Днепр. Непонятно. Ну ничего, ждем, ждем. Ну что, народ, уже час стоим где-то просто. Серьезно? Да. Уже, то есть, вот та вот толпа людей, очередь. А значит, это поезд на Днепр и на Запорожье. И там уже вышли люди оттуда, но сейчас его будут сейчас убирать, а потом только запустят. И сейчас уже 4.02, а он должен был уйти в 4. Так что мы, наверное, на 6.39, мы хорошо опаздываем. Ну, нам так и сказали, в принципе, что поезд опаздывает. Очень много людей, смотрите. Это ближняя линия, вон дальняя. Вон дальняя уже на ступеньках стоит. То на ступеньках, тот уже вот этот вот поезд, который Запорожье-Днепр. А потом только уже нас будут готовить, потому что, да, мы уходим с пятой платформы, платформа одна. Ну, соответственно, один поезд только может быть. Хорошо, давай, рот, привет, смотрите, сходила, я взяла супчик. Очень прикольный куриный суп, такой густой,
Сейчас покушаю. Ну, все бесплатно, естественно, все включено. Вот, даже две ложки взяла. Думала, одну. Очень теплый, горячий. Ну, захотелось поесть просто, потому что долго стоим и еще долго будем стоять. Ну, домой мы пойдем, я надеюсь. Знаете, смотрите, мы уже сели. Чувствую, не скоро еще едем. С места пока еще не сдвинулись. Такое здание с проволокой. Наташа пошла посмотреть, что это. Вот Наташа вернулась. Веника не хватает. Так что это, тюрьма? Тюрьма. Да. Заклад карный, ты сказала? Заклад карный. Вот такой карный. Вот. Заклад карный. Еще и мясо. Ого. Еще картофель. Наташа что-то принесла покушать. И бургеры кисдал вообще. Ух ты, вот это да. То честно, мне уже захотелось покушать, уже живый сели здесь. Живой сбор горячий. Ух ты. А ты не хочешь, что ли? Не, я не хочу. Я вот тут, может, ну, давай. Поем. Так давай ветчине. Ну, ух ты. А ты картофель, она еще больше давала. Я попросила, чтобы мне требовалось. Это вкусненько. Картофель. Мясо, картошка. Это что? А ты какие-то бургер с салями, что ли? Бургер с салями? Да. Вообще круто. Класс. Ну, спасибо большое волонтерам, Польше, что дают такое. Ну, реально, Наташа кофе попила, а я уже бульон поела. Ну, просто мне кушать реально хочется. Если бы просто могли бы уже сесть в поезд. Ну, да, если у нас купить. Есть какая-то там еда и бутербродики, но, наверное, на завтра останется. Так еще неизвестно, сколько мы тут пробудем. Ну, да. Ну, сейчас приступим. Спасибо. Хей, хей, розвеселимо. О, і якраз черга двинулась. Ну, дуже добре. Дівчатка, що ж ви раніше не співали? І Наташа з бутербродом. Наташа, что у тебя там? Вкусно очень, да? С салями, с сырком. Это дуже смачно. Классно. У нас еще вот еда. Ну, думаю, это поезд, который на Днепропетровск-Запорожье. Нам еще здесь сидеть. Чтобы вы понимали, уже 6. И вон женщина почти без перерыва наблюдает. Здравствуйте. Вот почти без перерыва. Кстати, уже вот на Днепропетровск уже очередь из Запорожья зашла, а наша стоит вот там, она очень длинная, идет аж туда. Ну, какая разница, без нас уже не уедут, поэтому уже будем ждать. А туалет есть, био-туалет, кстати, абсолютно не вонючий. Первый не вонючий в моей жизни туалет био. Ну, кстати, он один, и очереди там вообще нет, хотя странно, очень много людей кушает, очень много людей здесь стоит. Надеюсь, уже скоро мы сядем. Народ, отстояли полтора часа, сейчас 6.55, и мы зашли. Ну, такая очередь приличная, просто штамп ставят в паспорт, вещи не проверяют ни через камер, ни через ничего. Вот, поезд уже, у нас вагон 28, так что нам еще идти. Еще много людей стоит, и, кстати, пошел дождь. Дождь, если сейчас слышите, пошел дождь, мы как раз зашли, нам повезло. Дождик слышно, да? Вот сейчас весело будет, как мы будем багаж заносить. Пойду сейчас покажу вам купешечку, все там оставлю. У нас вагон непростой, золотой СВ. Сейчас поедем с вами в СВ. Смотрите, как дождик льет. О, красота. Вот такой народ, загадываем желание. Первый раз с вами едем в СВ. У нас восьмерочка. Восьмерочка у нас сейчас. 7-8. Опа! Вот она, СВшечка. Ой, не знаю, чего я ожидала. Туалета, ванны. Ну, вот такой вот он. Давайте еще отойду, чтобы вы посмотрели. Такой СВ. Ну, нормально. Сейчас интересно, как мы чемоданы запихнем. Пойду, короче, Наташу заберу из-под дождя. Вот. Вот уже дождик льет прилично.
Народ, мы купе и чемоданы. Хорошо, что мы купейные не взяли. Да, у нас плотненькие чемоданы, они на на пол не вмещаются, чтобы открыть. Плотненькие, мы даже не знаем. Если что, просто заберемся, оставим их здесь. Не, боком будем класть, наверное, боком не знаю. Класть, потому что... А можно вообще наверх, но мы не... Ты что, мы не выпрем наверх? Нет, у нас это очень тяжело. Они очень толстые, наши чемоданы. У меня просто руки просто сломаются сейчас. Не, ну если маленький чемоданчик, то это... Обзор номера, да? А да, ты обзор номера сделала, да? Водичка стоит, дождик идет. А что за водичка? Ну, была водичка. Вот, бесплатная. Включена. Да, drinking water. Да, ну, конечно, СВ. Только я думала, будет такой люкс, джакузи, бассейн, туалет, что-то такое. Ну, оказалось, ну, мечтать не вредно, да. Народ, СВ. Наташа старается мой чемодан впихнуть, но смотрите. Да нет. Нет, сказала Наташа, простите, на кого это рассчитано? Это у меня маленький чемодан, оно не закроется. Ну, это вот. Обыкновенный стандартный чемодан. Это обыкновенный чемодан и... Почему? Ёлки, вон Наташин стоит богатырь, и куда нам? Так хорошо, оно даже вот там не поместится. Или вот, вот так оно ляжет или нет? Ну, забери. И как же оно ляжет, если оно вот такое же по размеру? Короче, народ, блин. Такая ситуация. Под стол. Пытка чемоданами продолжается. Смотрите, где мой. Мы пристроили, Наташа, посмотри. Он только влазит вот так вот. Он поперек не влазит, потому что, видите, он выше, чем уровень наших коек. Наташа вообще никуда не влезет. Мы поставим его возле прохода. Будет нас защищать. Причем там. Да. Причем там точно. Мы едем, едем, едем. Поехали. В далекие края. Опоздали всего лишь мы на... Сколько? Сейчас 7.28. 7.28, а тут 27 8, написано. 8.07 написано. 8. А, мы должны были ехать. 6. Короче, 50 минут мы опоздали. Народ, вот Наташа довольная. Вот наш чемодан. Это без понятия, как его пристроить. Наверное, поставим вниз, будем перепрыгивать. Вот такие у нас приключения. Да, вот такие у нас приключения. Да, ну просто когда мы их как бы... Даже без подарунков они бы просто были бы такие здоровы. Уж есть такие чемоданы. Все, уже поставили тут и косметику, паспорта положили, водичка. Все, мы едем. Так, друзья мои, возник вопрос. Розетка вот там, вот не знаю для кого эта розетка. Самое прикольное, а тут аж два зеркала, лучше полочку сделали. А Наташа пытается заглянуть в зеркало. Что там Наташа видит? Наташа прыгает, что причесаться, ты будешь подпрыгивать. Меня в детский вагон прыгал. Ну, елки, наржались, короче, уже. Реально, куда они такой? То есть мы еще не присели, мы уже 5 минут как едем, мы все еще разбираемся с багажиком. Это я танцую. Нет, надо включить свет просто, это здесь, смотрите. Опа! Какой у нас СВНчик? А здесь нельзя было сделать? Ах, молодечка, видите, как мы едем еще, Наташа, покажи. Ну вот. А, чемоданы, чемоданы. Наташа говорит, поздно мы занялись этим, как это. Челноки, поздно мы стали челноками. Народ уже по Турции, по Польше ездил. А мы только вот с Польши везем это. Ну, таскать мы уже можем. Подарки. Не, ну как слушай, а ноутбук тоже там зарядить? Это поработать? Да, а телефон просто подвесить, просто вот и зарядить. Ну, что ты бесишь, играешься. Ну, как бы, я не знаю. Ну, слава богу, что едем, да, слава богу. Что едем, это мы просто взяли как бы СВ, да, чтобы не быть с кем-то, чтобы не заразиться от кого-то. На самом деле мы заболели. То есть мы взяли на теперь, чтобы не заразить людей. Но это, конечно, жесть, честно. Где джакузи, где телевизор LG? Ну, ладно, он всего лишь стоил на 250 гривен дороже, чем купешка. А вон, кстати, розетка еще есть в этом. Да. Перехватываю, вон розетка, ну, еще там есть. Ага. Там всегда. Так что, народ, кому нужно, можно и там. Ну вот Наташа тут сидит. Наташа с чемоданами сидит. Давайте я вот отдалю. Наташа так и сидит. Вот так и будем ехать. Все нормально. Главное, что домой едем. Все хорошо. И за окном пока еще прекрасная, но такая гостеприимная и добрая к нам Польша. Все, народ, собрались мы чаек пить. Наташа сбегала, взяла кипятка. У нас все с собой. Паспорта приготовили, идет таможня.
Наташе Лексорал аэрозоль, потому что заболела чуть-чуть. Вот она сидит с довольным лицом. Всего спасибо, что вы были с нами, смотрели. Кратко вам еще покажем целую кучу видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и все. Самая приятная дорога домой. Thank you.